Крылов, красный и серебряный. О, отлично, красный и серебряный. Наверное, ты сам подарил, да? Нет. А может быть, помнишь, что на брелке? Машинка. Машинка, супер. Так, Никите даем время теперь подумать. Как вас зовут? Чингис? Тихо. А вас? Тимоба. Желтый, окей. Так, Чингис, мы хотим, чтобы вы сказали, каким цветом сапожки. Вежду делать. Микрофон тебе. Миллионы. Сделай, сделай. Отлично, молодец, плюс один Чингис. Так, пошел тыс. Ой, а маникюр какого цвета уже? Белый, черный. Белый и черный, черный. Вы, наверное, сегодня не первый раз, да, знакомы? Отлично, правильно. Так, Ой-ой-ой, так это супруга, что ли, ваша? Нет? А вы чей муж? А, вы помолвлены, да? А у желтых еще есть кольцо, кроме того, которое вы им подарили? Да, наверное. На левой руке на каком пальчике? А, вот это. Супер! Отлично. Так, немножечко отдыхаем. У вас еще сколько? У вас еще три вопроса, здесь еще два вопроса. Как вас зовут? Пошел. А вас? Нет. Так, ну что, также посмотрим. Девчонки, у нас прям сегодня скромненько одели, стичка выдающегося. Кроме Сережи. Какого же цвета синий? Цвет черный, красный. Черный, супер. А если скажете еще какой формы, я вам дам плюс 2. Кошечка. Кошечка, отлично. Супер. Так. А глазки какого цвета вашей девушки? Карие. Ух, не там мне парней сказала. Так, хорошо, отдыхали. Так, ладно. Арай, вас как зовут? Султан. Лапша. Это же лапша, точно. Да, лапша. Султан. У Арай есть кофточка. Она застегнута на пуговки или расстегнута? На пуговки. На пуговки. Минус один. Минус один. Хорошо, цвет. Цвет волос. У Арай какой? Коричневый. Коричневый. Хорошо. А что мы еще можем увидеть? Так, ну на ногах мы знаем, что очень красивые туфли. Туфли? А ноги. Что? Ноги? Да что такое, молодец. Так, Сережа, ты записываешь, сколько у нас у этой пары? Окей, да? Так, и мы идем к нашей последней паре. Как вас зовут? Даяна. Алишер. Алишер. Супер, Алишер. Так, Алишер, чтобы такого вам загадать? Так, вот Даяна пришла в туфлях. Нет. Нет? А в чем? Луга. Луга, а какого цвета? По-моему, оранжевого. Я в цветах, честно говоря, не разбираю. Оранжевого? Какого цвета у вас цвета? По-моему, ты дальтоник. Вот такие, они светлого, такого оттенок, вот как под более под фанту. Фанта? Ну, такого. А, она, конечно, тоже как было.